Ну, вообще вопрос о том, зачем Ленин поддерживал независимость Польши и Финляндии, немножко в сторону, да, от нашей дискуссии. Очень коротко, потому что время уходит, да. И не хочу съедать время на эту тематику. Но, во-первых, это два совершенно разных, как бы сказали, кейсы, да, разных случаев. Потому что в Финляндии у власти вот на тот момент были социал-демократы, и Ленин, как раз признавая независимость Финляндии, хотел поддержать в Финляндии рабочее правительство. Ну, да. Чтобы у него были дополнительные аргументы для того, чтобы удержаться у власти, поддержать, получить народную поддержку. Что касается Польши, то, в общем-то, она просто взяла независимость. Польша уже была оккупирована немцами. 100% территории Польши была оккупирована немцами. То есть вопрос, он признает Петербург, значит, Москва потом, Петроград, да, или не признает Польшу, он вообще не имел никакого реального значения на тот момент. Другое дело, что идеологически, да, у Ленина была такая знаменитая формула о том, что польский социалист может быть либо за союз с Россией, либо за отделение. А вот русский социалист, он должен быть за независимость Польши, иначе он великодержавный шовинист и так далее, и так далее. Вот. То есть, как бы, типа, полякам можно решать, но мы должны дать им свободу решать. Но это был принципиальный тезис еще в период до 17 года, а дальше, ну, жизнь вынудила действовать по-другому, потому что, в общем-то, при всей готовности, скажем, признавать независимость Грузии, Армении и Азербайджана, большевики, тем не менее, их забрали, и забрали просто почему? Потому что нефть была нужна, геополитика требовала. Да? И вот, ну да, мы очень уважаем, да, и Ленин сегодня говорит, как жалко, да, грузин жалко, конечно, чтобы мы их захватили, но как быть-то? Нужно за Кавказе идти, да, и геополитика, ну что тут сделаешь? Поэтому, собственно, у него и были определенные колебания по национальному вопросу в 22-м году. Ну потом удержать он просто тогда не мог все эти территории, да. Опять же, да? Красная армия окрепла, уже все стало по-другому. Да. Les aristocrates, on les prendra. La Troie sans an qui nous promette qu'on va nous accorder du pain.